И еще разок! Готовься, беги! Прыгаем! И как нам отсюда спускаться? Высоковато! Опять? Ладно, верю. Об этом существе. Это не остановит! Давай со мной, джедай! Покончим с этим! Тебе не скрыть твои слабости! Это мост в их деревню.
Не ожидали, что мы вернемся. Все же должен быть более скрытный путь. По правде, опуская мост, я понятия не имел, что там. Просто хотел посмотреть, что выйдет. Как ты с резаком на кошельке? Он слишком опасен. Нужно убить его. Нет, отведем его к брату Вискусу. Что там у тебя? Я знал, что ты туда рванешь. Что это? Веди. Его братья! Да ты ничего не умеешь! Не давать ему двигаться! Зубам! Удар!
Эй, Биди, глянь сюда. Что там у тебя? Джедай! Я устал ждать указаний от сестры. С этим нарушителем надо расправиться. Нашел гробницу? Почти, но немного отвлекся. С Гризом что-то не то. Говорит, видел кого-то у богомола. Датамир плохо на него действует. Вроде он всегда такой. Ты в порядке? Я ничего не видел, значит, да? Выхожу из деревни братьев ночи. Возвращаюсь к миссии. Смотрю, все под контролем. Да, мы с Биди справимся. Тебе не победить, чужак! Тебе не скрыть свои слабости! Я по тебе попаду! Это ерунда! Разбегайся, братья! Я тебя уничтожу! Помоги, пожалуйста. Мне гораздо лучше. Спасибо. Даем ему отдыхать! Братья, помогите мне! Удар, что надо!
с этим сейчас! Мне нужно убить его! Река не видно. Не попался ли он братьям ночи? Джедай! Джедай! Братья, дадим отпор! Сюда, братья! Ты поплатишься, чужак! Нет! Это гробница. Я знал, что ты туда рванешь. О, ты что-то нашел? Что это? Мой друг, мы добрались до гробницы Куджета в поисках Астриума. Все это просто... исчезла. Конечно. Вот и славно. Ну что, на тренировку? Как всегда. Ну ладно, еще увидимся. Пока. Скоро будут новые приказы. Ха, наконец-то. Я готов убраться из этой дыры. Покидаем Бракку? Возможно. Лучше не полагаться на слухи из вторых уст. Ха, ничего. Если мастер Топал подтвердит, значит правда. Кстати, о твоем учителе. Да, мне пора. Ты торопишься? Мастер Топал позвал на тренировку. Удачи, парень. Мастер Топал! Подобан, проведем инструктаж. Да, учитель. Жду на месте. И что, без опозданий? Хорошо. У тебя получится. Давай еще. Продолжение следует...
от тебя. Успех и неудача. Жизнь и смерть. Свет и тьма. Их разделяет лишь состояние твоего духа. Начнем с физической подготовки. Но для начала приказы. Бракка за нами. Выдвигаемся на Майгиту. Да! Нужно... Учитель, что с вами? Что-то не так. Нет, нет! Что же это? А почему командир... Падаван, грядет что-то страшное. Клоны предали нас. Я не знаю, в чем дело. Пока что. Покинем этот корабль. Скорей. Доберись до капсул. Будь осторожен. Мы готовились к такому. Помнишь? Да, учитель. А как же вы? Я их отвлеку и сразу к тебе. Если вовремя не приду, улетай без меня. Встретимся на браке. Ты все понял? Да, мастер. Они близко. Я заблокирую двери. Но если что-то встанет на пути, сразу действуй. Иди. Да пребудет с тобой сила. Иди. Ну же! Вон он! Стрелять на поражение! Нет, хватит! Топал убегает. Нам нужно подкрепление. Я не понимаю, в чем дело. Что происходит? Мы следим за джедаями. Мелкого пока не видно. Ищите повсюду. Он не мог далеко уйти. Вентиляция вырубилась. Стой! Что за шум? Охраняй помещение. Я осмотрюсь. У нас потери. Топал уничтожил несколько отрядов. Стрелять на поражение! Вас понял. Я не понимаю, что изменилось. Что это было? В технической зоне кто-то есть. Кажется, турболифт рядом. Осталось еще немного. Просто нужно двигаться дальше. Прикончить его! Потом займемся топором! А!
Твой световой меч! Простите, учитель! Лезь наверх, встретимся позже! Пользуйся им, чтобы мы могли уйти. Да, учитель. Мы догнали Топала в плюс. Пришлите подкрепление. Жара Топал находится за той дверью? Да, но он через нее не пройдет. Ему пришлось бы слишком долго кромсать ее световым мечом. Мы просто подождем, пока его окружат. Затем пойдем убивать. Что за звук? Приготовиться! Скорее, Падаван! Нам нужно уходить! Знак от Совета джедаев. И помни, верь только в силу. Воля слаба. Не хватает выдержки. Медленно. Страх снедает. Ты позволил страху нарушить связь силой. Да. В моей смерти повинен лишь ты, ученик. Ничтожество. Слабак. Предатель. Ты не джедай! Ничего. Беги. Спасибо. Давай выбираться. Не могу объяснить, беги.
Я и сам не понял. Что-то пошло не так? А я тебя предупреждал. Лучше уйди. Уйти? А ты один останешься в этом опасном месте? Нет уж. Так, с меня хватит. Ты кто вообще? Таран Маликас. Я был джедаем, как ты. У нас много общего. Не думаю. Что? Мы прошли истребление. Бойцы предали меня. Пришлось разобраться с ними и скрыться. Здесь. В этой глуши. Чья тьма поработила меня. Но я покорил ее. Это тебя почитают братья ночи. Да. Эти дикари уважают лишь силу. А мы знаем, что сила — лучший помощник для нас. Нет. Нет, ты используешь силу ради власти, так... Так джедаи не поступают. Сейчас не то время. Нас уничтожат, если не поможем друг другу. Мне не нужна помощь. Судя по сломанному мечу, это совсем не так. Ты что-то там видел, да? Что-то ужасное. На Датамире таких мест немало. Вступи в мою семью, и ты получишь контроль над силой. Вступи в мою семью, и ты получишь контроль над силой. Звучит знакомо, Маликас. Сестра Мэрин, что ты себе позволяешь? Годами. Ты твердил, что это джедаи убили моих сестер. Перед тобой джедай. А ты хочешь, чтобы он стал твоей семьей? Надо было с ней разобраться. Ведьма, тебе не хватит сил! Сил. Ты безумен, Маликас. Датамир разложил тебя. Я верила тебе. А ты сбил братьев ночи с пути. Я не джедай. Сестры ночи Датамира не предают своих. Наша связь нерушима. Твои сестры мертвы! Да, их могилы вокруг вас. Пойдем. Как глупо! Эта сила тебе не подвластна! Вот вам урок. Если сестра ночи в опасности, восстанут все! Беги! О, нет. Пусть Грист включает двигатели. Что случилось? Сестра ночи оживила мертвых. Гонится за мной. Эй, эй, эй! Ты ведешь их сюда?
Капитан, готовься к взлету! Уходим отсюда! Что за дела? Ты привел дохлых ведьм на мой корабль! Летим! В чем дело? Нашел гробницу? Меч твоего учителя. Я видел мастера Топала. Я видел, как он умер и что я натворил. Кэл. Все кончено. Я не спас его. Кэл, ты был ребенком. Нет. Нет, я мог спасти его, если бы был сильнее, смелее, если бы слушался его. Я мог спасти его. Я знаю. Кэл, пора бы мне рассказать, что случилось со мной при побеге. Они привели ко мне Трилу. Взглянув в ее глаза, я поняла, что натворила. Она стала инквизитором. И что-то во мне сломалось. И я вышла из себя. Использовала темную сторону. И перебила всех. Всех, всех до единого. Кроме нее. Столько лет. Я не могла себе это простить. Я сломалась. Во мне кипела такая ярость. Я пыталась ее унять, но от себя никуда не сбежишь. И все, чего я хотела, умереть. Но тут я узнала про Голокрон. Искра надежды, что у нас еще есть будущее. Надежды, что не все потеряно. Вставай. Я не в силах изменить прошлое, как и ты, то, что случилось с твоим учителем. Это в прошлом. Кэл, ты должен сделать выбор и решиться идти дальше. Как? Это будет твой первый шаг. Ты сделаешь себе новый меч. Кэл, тебя ждет испытание. Да, я готов. Но не только сейчас. Опасайся темной стороны силы. Ведь ей легко поддаться. Ты все еще борешься с ней. Хотя и перестала пользоваться силой. Борьба – наш удел. Это и есть испытание. Желание бороться делает нас теми, кто мы есть. Пора разобраться в том, кто я такой.
Юнлинги, пришло время сбора. Используйте свои навыки с умом. Джедаев. Это было давно, но... Да, я помню. Каждый юнлин приходит сюда. То есть, приходил, когда еще были джедаи. Вроде там можно пробраться. Я буду осторожен со льдом. Здесь медитировал великий джедай. Он вспоминал разные моменты своей жизни, свои приключения и испытания.
Хорошая работа. Раньше было красиво. Тепло хотя бы. Я тебя слышу. Дай взглянуть. Я помню это место. Магистр Йода расплавил дверь, чтобы мы попали внутрь. Не силой, кристаллом. Свет проходил через него, неся с собой тепло. Мы можем сделать так же. Спасибо. Что нашел?